Луковицы Георгины Карма Фиеста, далее Карма Фиеста, расцветая, напоминают маленькие огоньки, разбросанные по саду. Это довольно неприхотливые растения, требующие солнечного местоположения и плодородных почв. Развиваются хорошо в июне, уже появляются первые цветы. Сам кустик прямой, вырастает до 100 см. Имеет характерный крепкий стебель. Одновременно дает несколько цветоносов. Бутоны эффектной лососево-оранжевой окраски, в серединке словно светятся желтым пламенем. Диаметр примерно 13 см. Растение идеально подходит для срезки, может стоять до 2 недель. Георгина декоративная карма фиеста – это многолетнее растение. Цветок лучше всего подходит для одиночных посадок, групповых посадок, миксбордеров, газонов. Георгина прекрасно используется подавляющим числом садоводов во всем мире для дренированных богатых почв. По типу ствола георгина декоративная карма фиеста можно отнести к группе среднерослые. Тип роста этого симпатичного растения – среднерослый. В качестве места выращивания георгины прекрасно подходит открытый грунт. Расцветает георгина декоративная карма фиеста в месяц июль, июнь, август, сентябрь. Интересные цветы георгина могут быть до 13 см. Лист этого прекрасного растения по форме заостренно-овальный. Обратите внимание, что георгина декоративная карма фиеста – самоопыляемый, обоеполый сорт. Это растение и тысячи других саженцев, луковиц и семян вы можете купить на нашем сайте www.lofa.ru. Если вы просматриваете это видео на YouTube, то ссылку для покупки этого растения можно найти в описании под видеороликом. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, и вы первыми узнаете о новых растениях для вашей дачи.